Звезды обещают, что выходные для всех знаков зодиака сложатся благоприятно. Овны, вам в голову будут приходить блестящие идеи, поэтому не поленитесь их записать. Некоторые могут принести вам ощутимый доход. Подумайте над их реализацией. В личных отношениях проявляйте такт и мягкость. Не давите на близкого человека, дайте ему время. Тельцы, у вас впереди подходящее время для постановки новых целей, поиска путей развития. Возможно, вы уже долгое время работаете над проектом, который перестал быть для вас актуальным. Продумайте стратегию, ответьте себе на важные вопросы. Вам предстоит принять важное решение, которое повлияет на будущее. Близнецы, не бойтесь задавать вопросы, проявляйте любопытство. Есть шанс получить информацию, которую вы искали долгое время. Близкие друзья могут подсказать оригинальную идею. Прислушивайтесь к их словам. Личные отношения складываются прекрасно, пора переходить на новый уровень. Раки, ваши выходные будут загружены делами. Зарядитесь энергией и приступайте к своей работе. Постарайтесь закончить какой-то старый проект, над которым вы работаете уже долгое время. Новые знакомства будут вам полезны. Можно встретиться с нужными людьми и заручиться их поддержкой. Львы, спешка не нужна. Составьте план, продвигайтесь в домашней работе шаг за шагом в комфортном для вас темпе. Лучше не рассказывать окружающим о своих успехах. Есть вероятность, что кто-то вам позавидует и постарается помешать. Вероятно, важная встреча. Девы, вам придется в выходные обойтись без посторонней помощи. Рассчитывайте только на себя. Составьте план на выходные и не торопитесь, иначе придется переделывать и исправлять ошибки. Накопленный стресс полезно снять вечерними тренировками или активными прогулками на свежем воздухе. Весы. Повышенный эмоциональный фон сделает ваше общение с окружающими сложным и напряженным. Поэтому звезды советуют вам больше находиться в одиночестве и ограничить контакты. Если вам поступит интересное предложение, не соглашайтесь сразу, возьмите время на обдумывание. Скорпионы, вы будете ощущать повышенную тревожность и неуверенность. Поговорите с близкими друзьями, поделитесь переживаниями или сходите в спортзал, снимите стресс активной тренировкой. Вам не нужно принимать важных решений. Проведите вечера расслабленно в кругу семьи. Стрельцы, ваше желание помочь окружающим и решить их проблемы не должно идти вразрез с вашими собственными интересами. Не упустите удачные возможности. Занимайтесь личными делами. Вам полезно побыть в одиночестве и проанализировать события последних дней. Козероги, возможно, непредвиденные ситуации, когда вам сложно сориентироваться и принять верное решение. Окружающие могут вами манипулировать, давить на вас в каком-то вопросе. Сохраняйте твердость и не уступайте, если это не отвечает вашим интересам. Вы можете разочароваться в ком-то из близких. Водолеи, не пытайтесь в выходные контролировать все происходящее вокруг. Займите наблюдательную позицию. Возможно, кто-то попросит у вас помощи. Проявляйте творческий подход к проблемам, с осторожностью соглашайтесь на предложения. Лучше избегать разговоров и больше слушать. Рыбы, вам будет казаться, что окружающие вас не слышат и не желают идти вам навстречу. Отдайте предпочтение знакомым и приятным делам. Проведите выходные спокойно и расслабленно. Контролируйте эмоции и не вступайте в сложные разговоры с близкими. Помните о своем негативном опыте. Новая рабочая неделя для всех знаков зодиака начнется с некоего небольшого обстоятельства или случайного знакомства, которое окажет на жизнь большое влияние. Звезды знают, что говорят.